И рад всех приветствовать. С вами Машинка. Вашему вниманию представляю один из моих лучших боев на Кранвагене. Хотя нет, наверное, он был лучший. Был сыгран он на стриме, танки на ваш выбор или на заказ. Как я уже и говорил, самый лучший вариант показать эмоции, которые были в бою, не просто записать реплей, а именно вырезать момент со стрима. Да, это не самое лучшее качество, я с этим не буду спорить, но эмоции, которые были в бою, или какие-то микрорешения, которые происходили прямо по ходу боя, передать просто записью и наложением звука, к сожалению, не получится. Так что всем приятного просмотра, присаживайтесь поудобнее и погнали! 11к ВН8. 6700 урона. Дим Саныч, тема хорошая. Единственный косяк, такие цифры, я думаю, не очень часто получается выдавать на тайпе. Т95Е6. Окей, сейчас главное не забыть. В ангаре есть все десятки, кроме Т22СР. Ну и есть примерно 4-6 танков, на которых я не играю. Я, конечно, пошутил только за большие деньги, но я даже не знаю. Есть несколько танков, которые я пока вот решил, что лежат. 121 и М60 и просто ждут своего часа. В том плане, что на них нету даже боев. Насквозь. Обидно. Обидно. Снаряд реально насквозь проскользнул. Обидно. Привет, Михаил. Окей, ТТ Франции, не барабанная. Так, 95,6, ТТ Франции. Надо... Главное не забыть очередность. Ничего себе, где 60 ТП стоит. Знать бы, чего он тут забыл, это уже прям... Так, все, шарфика забрали. Я не хотел ехать сюда, потому что посчитал, что встречу обязательно тут 60 ТП. И после того, как я сделаю барабанный залп, он меня просто разберет. Он весь бой простоял на базе, получается? Интересный выбор. Чё, Лёва? Чё ты хочешь? Чем я тебя обидел, интересно? Тебя 77-й едет обижать, а ты к нему 5-й точкой встаёшь. Чего ты такой глупенький-то? Зарядим кумульки, чтобы прота не чувствовать вообще. Впрочем, его и так не чувствуют. Угу. Можно было и не заряжать. Ну ладно, уже барабасик зарядил, пускай будет. Барабасик уже есть, пущай будет. Шотная прогетта 8 уровня. Здорово. Ты куда погнал? Да ладно. Я уж подумал, промахнуться будет нельзя. Такой, автоприцел наше все. Ага, можно промахнуться.
Можно промахнуться. Ладно, кадышимся. Так, чего нам неизвестно? Стервошотное, рогашотное. Вот 60 кп нет ясности, где он шляется все это время. ТП у меня в спине. Отличный выбор. У тебя есть Лёва. А кого ты хочешь? Меня любимого. В общем, я бы тоже выстрелил в крана. Я все же более опасен для него. Тут базару нету. Какой еще рикошет? Все. Я трупак. Я трупак. Я сделал глупость. Я ошибся. Я ошибся, не убивай. Молодец. Да я б с радостью уйти. Я б с радостью ушел с этой позиции, браток. Ха, еще один снаряд танканул. Или нет? Или да? Ад, что делает этот камеруновец? Я просто в шоке. Жаль, что на каток не поставился. Оу, 261 его убил. Облом. Без засвета. 49-ка... 44-ка не увидел того, кто его убил. Отстой. Слив по захвату базы. Вертелся, крутился, а чё толку? Да. А чё толку? Давайте посчитаем, что он поедет по водичке. Еще бы один шотик дать. Ну, лучше три, конечно, но там уж как пойдет. Вертелся просто как уж на сковородке. Самое печальное, что если я забираю ИСа, если получается, меня сразу забирает арта, либо 49-ка. Хочу кадешиться, потому что он где-то рядом. Сейчас за какой-нибудь уголочек бы сливнуть.
Гоукаде. Сразу как он не находит меня на горе, он должен вернуться. По крайней мере, в моем понимании он должен вернуться. Не знаю, как будет оно на самом деле. Что от него ждать? Может, он перевернулся вообще где-то? Или он все такой же живой? Привет, Джека. Да, потное не то слово. Я, будучи ваншотом, дважды танканул. Стоп. 900 ВН-8. Вряд ли он куда-то уехал. Да, светит для ГВ-тигр 100%. Тупо светит. В спине. Либо в спине, либо ждет отсюда. Проблема. 261 в спине. Говорит, тигр во лбу. Скорую, носилки. Эту... валерьянку. Стакан. Стакан валерьянки. Мне. Два стакана. Три стакана. Огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И жду вас в комментариях. До встречи на стриме.